Оригинальную операцию накануне провели северодвинские спасатели. Человека им пришлось извлекать из уличной урны. Подвыпивший житель нашего города, видимо, устал и решил присесть в емкость для мусора. Только вот выбраться своими силами не сумел. Этот мужчина привлек внимание северодвинских спасателей, когда они возвращались с учений. В изрядном подпитии он шагал по улице Южной, а спустя несколько минут на пульт службы спасения поступил звонок от встревоженных прохожих. В урне застрял человек. Он спал в металлической урне, качался, как в кресле-качалка. Ну, соответственно, извлекли, разбудили, указали правильную дорогу, куда ему идти. Ну, человек явно из лиц профессионально занимающихся употреблением спиртными напитками. Подобные вызовы спасатели квалифицируют как курьезы. Говорят, в нашем городе они бывают часто. Но даже на такие происшествия реагируют мгновенно, ведь еще несколько часов и у застрявшего затекли бы конечности. К счастью, этого не произошло. Северодвинец не пострадал.